нет, стой. Идет, 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 помню. Три секунды, две, одна, ноль. Андрей, пес. Ай, давай! Всем привет, это новый ролик, сразу попрошу слепить лайкосик, подписаться на мой канал, оставить свой комментарий, нравится ли вам такая рубрика или не нравится. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом, сегодня мы проверим, как играет бронзы в 2023 году. Мне дал подписчик аккаунт с бронзой первой. С первой бронзой я попросил у подписчика аккаунт. Мы с вами будем запускаться на разные карты в союзнике и проверять, как же играет бронза в 2023 году. Я надеюсь, то, что вам понравится ролик, то, что он получится очень позитивный. А уверен, на 100% он получится очень позитивный и смешной. И вы обязательно влепите лайкосик. Ну что, ребятки, приступим. Полетели с вами на первую карту. Ну что, вот я и в катке. Первая карта нас закинула на раз. Побежали быстренько к нашим любимым бронзочкам. Посмотрим, как они вообще играют. Вот, ребятки, и звание. Бронза первая. 0.40 КД. 0.30 КД в... Ой-ой-ой, там чел ливнул. Ребята, там чел один остался. Да ну нафиг. Я чел тупо ливнул. Я не знаю, почему он это сделал. Но давайте попробуем порофлить сейчас. А, над одним хотя бы. Он один остался. Тише, давайте ему покажемся. Давайте мы сейчас покажемся. Уходим, 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 уходим. Тише. Ребята, что вы понимали, 15 секунд до конца раунда осталось. Он до сих пор мне просто ничего не может сделать, у него времени нету. Он бегает меня тупо. Идет, 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 бомбу ставить, идет бомбочку ставить. Иди сюда. Идет. Три секунды, две, одна, ноль. Смотрите, смотрите. Это у него еще и ник Тик-Так. Тик-так, что с тобой случилось-то, а? Давайте его попробуем сейчас еще раз на ножик взять. Отлично, он моего тиммейта убил. Давайте сейчас сделаем то же самое. Просто сейчас сделаем то же самое, ребята. Сейчас ему дадим... Нет, нет, нет. Дадим, дадим поставить бомбу и попробуем ее разминировать, не убивая его. И попробую разминировать бомбу. А вон он в углу стал. Тише, вон он в углу стоит, ребят, смотрите. Вон он в углу маленький стоит. Он меня не видит, он не видит. Он не видит меня. Тише, смотри, 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 он не видит. Он не видит. Не надо, не надо. Не надо. Не надо. Минируем. Минируем, минируем. Ай, пускай он раунд выиграет. Хотя нет, не будем, давайте разминируем, чтобы быстрее эта катка закончилась, чтобы мы с вами поскорее пошли в следующую катку, где будет два человека против нас. Давайте сделаем так, два на одного, это слишком скучно, надо постоянно ждать, пока он убьет моего тиммейта, потом дадим рофлить. Давайте сейчас сделаем так, я сейчас найду подписчика, мы с ним запустимся вдвоем, мой подписчик ливнет, и я останусь один против двух бронз, и все, и будем продолжать играть. Хорошо, ребятки, все, встретимся уже на новой карте с другими игроками. Все, друзья, я нашел человека, он сейчас ливнет, и я останусь один против двух нубиков, против двух бронз. Давайте их аккаунты посмотрим. Ой-ой-ой-ой, тут даже у него звание не откалибровано. КТ в союзниках 0.06. Я клянусь, я никогда такого еще не видел. Ниже КД, чем это, я ни разу еще не видел. Я максимум, по-моему, 0.20 видел, 0.30 что-то такое, но никак не 0.06. Как это вообще возможно? Это жесть, ребятки. Очень сейчас весело получится, я уверен. Полетели, первый раунд что-то у него залагало, походу он не ливнул нифига. Ребят, вон он бомбу ставит. Бомбочку ставит! Куда ты, дорогой, куда ты? Ставит, 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 тише, 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 тише. А-а-а! Ё-моё, нифига себе, бронза в хреново! А это чё за новая анимация? А это чё за новая анимация? Чё за новая анимация? Это что такое? Все, а теперь внимание, тиммейт у меня выкинуло, это хорошо, я, как видите, остался один. А теперь, друзья, внимание, а теперь внимание. Убегут, я кину туда смоук и разминирую. Только единственное что, я не купил пассатижи. Так у меня будет аж целых 10. Давайте кинем вот так вот. Так. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Ай, давай! Давай! Давай!
стоит, смотри, стоит, стоит, стоит голубчик, стоит голубчик. Смотри, 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 смотри. Смотри, 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 смотри. Вон он, мой маленький, не метит, он меня не метит. Он меня не метит. Это лютый видос. Ребятки, прожмите обязательно прямо сейчас лайк. Это просто лютый видос, отвечаю. Это очень лютый видос. Блин, у нас не получилось то, что хотел сделать, но мне кажется, получилось даже еще лучше. Тише. Тише. Бронза играет с щитами! Чего? Я сейчас вот тут вот сяду аккуратненько. Первого получилось взять. И остался еще один. Остался еще один. Я хочу сейчас раунд выиграть тупо с ножа. Тише, он не знает где, он меня не видит. Он не видит меня, он не видит, он не видит, он не видит, он не видит. Он не видит, тише, тише, он не видит, он не видит. Друзья, он меня не видит! Тише, 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 смотри, 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 смотри. Да! До свидания, чё за нубики играют на бронзах, друзья, лайкосик. Обязательно лайкосик и комментарий, пацаны, обязательно. Первым делом давайте попробуем обойти их с мида. Наших бронзовых голубчиков попробуем сейчас обойти с мида. Как можно... как я понял, пацаны. У одного там все-таки наушники есть. Надо этого челика с ником Кирилл, ребят, убивать. 100% надо убивать, потому что это нифига не бронза, на голда играет точно. А вот с этим уже прикалываться. Сейчас наша задача на ножик его взять. Аккуратно, аккуратно. Да ну нафиг, ребят, 6-2, блин! Вы смотрите, сейчас вообще порофлить такими темпами, не успеем. В общем, все. Пару раундов, друзья, точно забираем. Пару раундов давайте забирать, а то сейчас катка закончится, так ни хрена сделать не успею, пацаны, ну его нафиг. И он действительно хорошо играет, и меня тупо сейчас бронза, короче, выносит. Ребятки, давайте сейчас запустимся на другую карту, и там уже, надеюсь, тоже закинет реально к бронзам. Потому что это, мне кажется, ни хрена не бронза, ну реально хорошо играет, особенно это частником Кирилл. Нехорошо, но для бронз хорошо. Увидимся, друзья, на новой карте уже. Я зашел на вторую карту, на той карте как-то слишком мало было моментов смешных. Надеюсь, то, что здесь, давайте позвоним, надеюсь, то, что здесь будет побольше. Я специально убрал Sandstone с поиска, чтобы закинуло на более большие карты. На Sandstone даже и порофлить над ними нормально не получается. Но тут у нас, ну блин, у челика 1.36 кд на второй бронзе. Он более-менее будет играть. Особо над ним порофлить не получится, я так понимаю. Особенно смотрите, как он по мне уже попадает на разминке по головам. Ну, что-нибудь попробую сейчас с вами смешно намутить. Заставьте лайкосики, полетели, ребята. Я пока что... А, нет, я слышу, одного слышу. Давайте просто сейчас их проверим вообще, на что они способны. А потом уже начнем потихоньку рофлить. Все-таки задача стрима-то основная — проверить, как бронзы в 2023 году играют. Но те бронзы на той карте реально показали себя, друзья, хорошо. Все бронзы себя реально хорошо показали. Все, я уже с первого раунда понял, то, что тут сейчас будет трэш. А куда я собрался? Я ж, ребятки, прыгать на этом аккаунте не могу. Ладно, хорошо, давайте присядем тут. Только оружие на всякий случай в руки возьмем, чтобы они мне так позорно, как в том раунде, не сняли. И знаете, что сделаем? Я смог, пока не будем тратить. Один с той стороны, один на втором этаже, один справа идет. Тише, тише, не видит, не видит. Не видит. Ставит, 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 ставит. Тише, тише. Один не заметил. Ребят, один не заметил. Ставил, поставил, поставил, поставил. Друзья, поставил. Поставил. Давай! Давай! Ай! Я разминировал! Стоп! Я разминировал! Друзья, я разминировал бомбу! Нет, нет, не заметил, нет. Все, он ушел, он ушел, он ушел. Тише. Одного пришлось убить, одного не получилось над ним порофлить. Но ничего страшного. Еще у нас еще есть второй, у нас есть еще второй голубчик. Ой. Уже просто, ребят, машинально автоматически ему в голову прописал, правда не хотел. Я случайно это сделал. Я испугался. Я даже слово «ой», по-моему, сказал до того, как сделать выстрел. Смотрите, два вантапа по головам. Раз. И второй. А! А! Не получилось. Патролись, патролись, ладно, давайте патрольным, патрольным его, патрольным, 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 грену сюда кинем. Ай-яй-яй, накоцал, накоцал. Это бронза-гений! Вот этот жесткий, вот этот жесткий, ну именно для бронз жесткий.
А над этим порофлим, а над этим сейчас поприкалываемся. Давайте ножик достанем. Достаем ножик. Он вообще не знает, где бомба. Он, походу, вообще не знает, где бомба. Давайте даже выйдем. Он уже не успеет в любом случае. Все, его нету. Его тупо нету. Братан! Иди сюда! Иди сюда! Он просто потерялся. Бедолага, ребята, потерялся. Как они в ММ играют на больших картах? Тут-то союзники, карта обрезанная. Прикиньте, как он там, блядь. В ММ играет, если бомбу поставят, то тут вообще там час бегает, не найти не может. Если он тут не нашел, то жесть. Друзья, я сейчас решил спин попробовать обойти. Давайте. What the fuck? Это что такое? Это типа как броня, поняли? Типа живая мишень, ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Дружище, что-то себя, по-моему, перекосило так нормально. Вот они вам и бронзы. У них даже интернета нормального нету, бро. О-о-о-о-о-о-о. Стоит, 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 смотри, стоит, 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 стоит. Спалил? Спалил? Это нифига не бронза, он действительно очень хорошо играет для бронзы. Он два тапа дал мне подряд с М40. Я сейчас сразу сходу бомбу поставлю, как в том раунде. И уйду туда влево за дверь. А нет, я сяду за контейнером. Я сяду за контейнером. Попробую взять. Ой-ой-ой, нет, хотел на нож, но не получится, ребята. На ножик не получится. Ну ё-моё, я проиграл раунд. Но это хорошо, то, что он меня зарашил. У меня идея. Давайте сейчас брать М40. Давайте брать М40. Сейчас М40 над ними вообще жестко поприкалываемся. Ой, зря ты взял. Ой, зря ты ЭВМ взял. Друзья, ну, что я могу сказать? Я уже не буду никуда запускаться. Я думаю, так было много смешных моментов. У меня тупо сейчас бронза. Я действительно сейчас не поддавался и хотел выиграть. Меня тупо сейчас бронза, ребята, попустила. Меня все, кто может, только попускают. Все, кто реально, только кому не лезть, все меня попускают. Бронза попустила вообще, прикиньте. Ну какие можно сделать выводы? Блин, бронза действительно в 23-м году играет очень хорошо для своих званий. Раньше таких бронз просто не существовало. Посмотрите, что этот чел, что чел в той катке на Санстоуне. Спасибо всем за просмотр. Обязательно напишите в комментарии, снять ли мне, как играть Силлера в 2023 году. Только найти уже человека, может, какого-то ютубера пригласить, чтобы мы с ним вдвоем сняли, с ним вдвоем над ними прикалывались. Обязательно напишите это в комментариях. До новых встреч, до новых роликов, друзья. Всем спасибо.